На состоявшемся 25 апреля пленарном заседании форума Общероссийского народного фронта «Форум действий регионов в Йошкар-Оле» президенту России Владимиру Путину был задан вопрос о завышении тарифов на вывоз и размещение мусора в 16 раз в связи с запуском нового полигона твердых бытовых отходов в Новочебоксарске. Однако с такими цифрами Минстрой Чувашии не согласен. Сегодня у нас утилизация происходила по 157 рублей 80 копеек, то есть это с учетом того, что мусор просто вывозился и сваливался. В связи с закрытием Пиктулинской свалки с 1 ноября решением арбитражного суда был открыт новый полигон ТБО, который сегодня полностью соответствует всем экологическим требованиям, и плата со 157 рублей, в принципе, повысилась только до 200 рублей. Это касается для управляющей компании всего практически в среднем где-то на 26%. То, что касается населения, если за один куб, значит, плата осуществлялась в размере 18 рублей 50 копеек, сегодня она составляет в размере 23-25 рублей. А если говорить конкретно на каждого жителя, на каждую квартиру, то она увеличилась в среднем всего на 7 рублей.